Мастер-классы, викторины, музыкальное шоу и не только. Завтра в Кирове пройдет всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Городские учреждения приготовили насыщенную программу. Мероприятия пройдут как в очном, так и в виртуальном формате. О самых интересных культурных планах на День народного единства расскажет Ольга Мартынова. Пожалуй, самую разнообразную программу приготовил детский космический центр. Мероприятия будут интересны большим и маленьким любителям космических тайн. Начиная с 3 часов дня здесь пройдут игры, викторины и музыкальное шоу. В 4 и 8 вечера зрители смогут посетить познавательные лекции о первом космическом корабле и международном сотрудничестве во Вселенной. Завершит программу в 10 часов вечера показ фильма «Салют-7». В Вятском художественном музее каждый желающий сможет заново открыть для себя мир прекрасного. С 5 до 8 вечера посетители приглашают на постоянную экспозицию, посвященную истории русского искусства. А также на выставку орденов, монет, ювелирных украшений известного гравера Сергея Квашнина. Интересно будет посмотреть и работы вятского художника-портретиста Михаила Демидова. По этой выставке планируется прямая трансляция на сайте музея. В Краеведческом музее с 5.30 до 8 часов вечера запланированы мастер-классы по плетению и изготовлению традиционных русских кукол. В другом зале пройдет увлекательная интерактивная экскурсия под звездным небом. В темноте с фонариком гостям расскажут об обитателях леса, ведущих ночной образ жизни. Кроме этого, гости узнают о семейных традициях основателя Вятского музеума. А в 8 вечера в онлайн-формате кураторы музея покажут комиксы 18 века. С 10 утра до 6 вечера Вятский палеонтологический музей приглашает бесплатно посетить постоянную экспозицию. Вы сможете познакомиться с интересной коллекцией ископаемых позвоночных животных пермского периода. А для маленьких гостей кураторы приготовили мастер-классы по созданию фигурок животных и рисованию цветным песком. При посещении музеев захватите с собой действующий QR-код, документ, удостоверяющий личность и средства индивидуальной защиты. Обзор готовили Ольга Мартынова, Александр Брызгалов, Бюро новостей «Давича».